Это, по сути, первое конкретно сформулированное письменное стремление Украины к компромиссу. Поэтому, увидев такой шаг, мы сформулировали тоже со своей стороны два больших ответных шага. Подчеркну, больших ответных шага. Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях, на Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях.